победителя! Итак, добрый вечер, уважаемые любители мотоспорта, добрый вечер, уважаемые любители мотогонок на льду. Сегодня для вас второй день записи трансляции третьего финала 50-го юбилейного личного чемпионата мира по мотогонкам на льду, который проходил в городе Алматы на великолепном катке Медеу. К сожалению, гонка была немножко задержана. Было это связано с тем, что не совсем был готов лед. Главный судья соревнований Александр Литосинский ходил в закрытый парк, проводил с гонщиками совещания. Нужно было, чтобы все абсолютно спортсмены подписали отказ. Но, к сожалению, к радости, не все пошли на это. Не все спортсмены согласились подписать эту бумагу отказа. И вот было предложено организаторам, чтобы они сделали более безопасным трек. Была перенесена зона безопасности подальше от бортов. И гонщикам в начале заездов, первой серии заездов, давали по два круга для того, чтобы они могли приноровиться к измененному треку. Ну а сейчас звучит гимн Республики Казахстан. Президент Федерации автомотоспорта Республики Казахстан Марат Абыкаев в самом начале извинился перед зрителями, что так долго пришлось им ждать. Вот из-за того, что не совсем был готов лед, пришлось болельщикам, конечно, поволноваться. Но, тем не менее, организаторы провели второй день. И вот вашему вниманию предлагается второй день соревнований. Но еще второй день для зрителей был организован сюрприз. Главным призом по входным билетам была проведена лотерея, розыгрыш. И главным призом стала «Лада Приора», которая была установлена под большим табло на катке Медео. Показывают там сейчас фотографии участников, всех 16 спортсменов, кто будет стартовать в сегодняшних соревнованиях. Место проведения на карте мира: Алматы, Казахстан. Температура на улице плюс 7 градусов. И мы ждем сейчас участников первого заезда. Вот показывают нам флаги стран-участниц. Казахстан в их числе. Флаг Международной мотоциклетной федерации ФИМ. Ханс Вебер на ваших экранах, друзья. Участник финальной серии личных чемпионатов мира 2014 года. А это молодой шведский гонщик Николас Свенсон, дебютант личного чемпионата мира, сын прославленного шведского гонщика Стефана Свенсона. Закрытый парк, готовят механики мотоциклы своих гонщиков. Антонин Клатовский, всегда веселый, всегда улыбающийся. Чешская Республика, неоднократный чемпион Чешской Республики. Вот такие мотоциклы изготавливает он со своим отцом, тоже небезызвестным спортсменом в прошлом, Антонином Клатовским-старшим.
Ну, а вот такими нагайками, такие нагайки были подарены в первый день соревнований всем спортсменам, всем участникам третьего финала. Фрэнки Цорн, вот гонщики Казахстана. Владимир Чеблаков, стартовый номер 16. Бронзовый призер командных чемпионатов мира. За Казахстан он выступал вместе с Наилем Галиакбировым и Станиславом Кузнецовым. Готовится к первому заезду. Ну, как я уже говорил, друзья, перед заездом в первой серии гонщикам главный судья давал два круга для того, чтобы они могли приноровиться к измененному треку, поскольку во второй день трек здорово отличался от первого, поскольку были изменены его параметры из-за того, что по краям, ближе к бортам, лед не промерз, всю ночь была плюсовая температура. Ну что ж, вот сейчас будут два пробных круга. Владимир Чеблаков на ваших экранах. Двукратный бронзовый призер командных чемпионатов мира в 1995-1996 годах. Четырехкратный чемпион Казахстана, мастер спорта Советского Союза международного класса. Вот участники первого заезда выехали на трек. Отправляются на два пробных круга. Итак, в первом заезде у нас будут стартовать по первой дорожке в красном нашлемнике Владимир Чеблаков, Казахстан. По второй дорожке в синем нашлемнике Ханс Вебер, Германия. По третьей дорожке в белом нашлемнике Харальд Симон, Австрия. И Дмитрий Колтаков в желтом нашлемнике по четвертой дорожке. Два пробных круга сейчас. И после этого непосредственно сам заезд. Ну, вы можете видеть, друзья, насколько после вчерашнего изменен трек, насколько отодвинуты от бортов тюки мягкого ограждения. Довольно-таки узкий трек стал на прямой. И немножко изменен радиус поворота. После первого дня соревнований участники этого заезда имеют следующее количество очков. Владимир Чеблаков, который будет стартовать по первой дорожке, набрал одно очко. Ханс Вебер имеет в своей копилке 3 очка. Харальд Симон набрал 8 очков. И Дмитрий Колтаков после первого дня соревнований имеет в своем активе 18 зачетных очков. Ну что ж, посмотрим, как будет складываться сегодняшний второй день. Погода, конечно, очень теплая. Просит сейчас Владимир Чеблаков подойти своего механика. Заправка в воздухе. Ну, друзья, многие из вас знают, что мотоциклы для Гарио и спидвей и мотогонок на льду работают не на бензине, работают они на метиловом спирте. Очень ядовитый, конечно, этот спирт, метиловый метанол. Но применяется в связи с тем, что здесь в двигателях мотоциклов для трековых гонок более высокая степень сжатия, более высокие температуры. Это позволяет быстрее испаряться. Итак, первый заезд. И сразу Дмитрий Колтаков выходит вперед. Харальд Симон идет вторым. На третьем месте немецкий гонщик
Цвебер и Владимир Чеблаков замыкает этот заезд. Харальд Симон пытается догнать лидера, догнать Дмитрия Колтакова, но не удается. Сокращает он с ним расстояние, конечно, практически до минимума. Чуть было не заехал сейчас за внутреннюю линию двумя колесами, но все нормально. Заезд продолжается. Дмитрий Колтаков лидирует. Харальд Симон идет вторым. На третьем месте Ханс Вебер и Владимир Чеблаков, замыкающий этого заезда. Вот сейчас нам показали Ханса Вебера. Тем временем финиш. 3 очка Дмитрий Колтаков, 2 очка Харальд Симон, 1 очко Ханс Вебер и чуть-чуть не хватило Владимиру Чеблакову. У него 0. 62,9 секунды показывает на финише победитель этого заезда Дмитрий Колтаков. Итак, Дмитрий Колтаков 3 очка, Харальд Симон 2, Ханс Вебер 1 и Владимир Чеблаков 0. Совсем чуть-чуть не хватило Владимиру Чеблакову, мог бы он на финише обойти Ханса Вебера, но, увы. Готовятся к двум пробным кругам участники второго заезда. Первая дорожка — красный нашлемник Данил Иванов, Россия. Вторая дорожка — синий нашлемник Никлас Свенсон, Швеция. Третья дорожка — белый нашлемник Дмитрий Хамицевич, Россия. И четвертая дорожка — желтый нашлемник Ян Клатовский, Чехия. Данил Иванов на ваших экранах. Двукратный чемпион мира. Клуб «Мегалада», город Тольятти. Но вот Никлас Свенсон также выступает на мотоцикле клуба «Мегалада», на арендованном мотоцикле. Видимо, связано это с тем, что не успел Никлас привезти свои мотоциклы, и тольяттинские гонщики любезно предоставили ему мотоцикл для выступления на этом финале. Итак, два круга закончены. Сейчас механики сделают дозаправку. И будет дан старт второму заезду. Дмитрий Хамицевич говорит что-то своему механику, видимо, недоволен работой передней вилки, просит что-то подрегулировать, показывает нам дозаправку, производит дозаправку мотоцикла Яна Клатовски. Очень слаженно, очень четко работают механики. Также дозаправляет мотоцикл и Никласу Свенсону. Ну что ж, главный судья соревнований Александр Литосинский из Украины приглашает участников заезда на свои стартовые места. Напоминаю, первая дорожка — красный нашлемник Данил Иванов, Россия. Вторая дорожка — синий нашлемник Никлас Свенсон, Швеция. Третья дорожка — белый нашлемник Дмитрий Хамицевич, Россия. И четвертая дорожка — желтый нашлемник Ян Клатовский, Чешская Республика. Вновь
показывают нам фотографии участников этого заезда. Данил Иванов, Николас Свенсон, Дмитрий Хабицевич, Ян Клатовский. Все внимание на старт. Лента вверху. Поехали! Данил Иванов и Дмитрий Хабицевич выходят вперед. Разворачивается между ними борьба за первое место в заезде. Лидирует Данил Иванов. Дмитрий Хабицевич идет вторым. За третье место борется Николас Свенсон и Ян Клатовский. Ян Клатовский сейчас идет четвертым. Николас Свенсон третий. Вот. Пытается сейчас Дмитрий Хабицевич обойти Данила Иванова, но не удается, остается он вторым. Ну, а Ян Клатовский тем временем обошел Николаса Свенсона и идет на третьей позиции в заезде. Завершающий круг дистанции. Сохраняет свое лидерство Данил Иванов. Оторвался он на солидное расстояние от соперников. Оглядывается назад. Ну что, завершающий поворот и встречаем финиш заезда. Данил Иванов 3 очка, 2 очка Дмитрий Хабицевич, 1 очко Ян Клатовский и 0 у Николаса Свенсона. 63,4 секунды показывает на финише победитель этого заезда Данил Иванов. Данил Иванов, мастер спорта России международного класса, двукратный чемпион мира в личном зачете. Клуб «Мегалада», город Тольятти. Вот результаты заезда на ваших экранах, друзья. Во второй день соревнований гонка была дневная. Очень красивый вид на предгорье Алатау. Очень в живописном месте расположен высокогорный комплекс Медео. Напомню, что он находится на высоте 1692 метра над уровнем моря. Рядом буквально вот протекает здесь река. Малая Алматинка, течет она с высокогорных ледников. Вода в ней очень холодная, буквально только опустишь руку, тут же сводит судорогой, настолько холодна вода. Итак, два пробных круга участникам третьего заезда. В третьем заезде по первой дорожке в красном нашлемнике Стефан Плечахер, Германия. По второй дорожке в синем нашлемнике Антонин Клантовский, Чешская Республика. По третьей дорожке в белом нашлемнике Пер Андрес Линдстрем, Швеция. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике Игорь Кононов, Россия. Пер Олаф Линдстрем на ваших экранах. Стартовый номер 9. Антонин Клатовский. Итак, проехали гонщики сейчас два круга. Напоминаю, что только в первой серии им будет даваться два круга для того, чтобы ознакомиться с измененными параметрами трека. Дозаправка в воздухе, и участники третьего заезда приглашаются на свои стартовые позиции. Стефан Плечахер, Антонин Клатовский, Пер Андрес Линдстрем и Игорь Кононов. Дает наставление сейчас Стефан Плечахеру тренер немецкой команды Антонин Клатовский. Показывает нам, как делается дозаправка. Бачок
у мотоциклов для трековых гонок небольшой. Топливный бак всего на 3-5 литров. Поэтому, проехав два круга, гонщики делают дозаправку. Итак, гонщики приглашаются на свои стартовые позиции. Антонин Платовский на ваших экранах. Пер Андрес Линдстром. Очень сложные имена у шведских спортсменов. Итак, друзья, все внимание на старт. Фотографии участников этого заезда. Стефан Плечахер, Антонин Платовский, Пер Андрес Линдстром и Игорь Кононов. Все внимание на старт третьего заезда. Зеленый свет, лента вверх, поехали. Игорь Кононов выстреливает с четвертой дорожки. Ну вот посмотрите, ну а европейские спортсмены идут очень плотно. И сейчас Антонин Платовский и Стефан Плечахер ведут борьбу за второе место в заезде. И замыкает заезд Пер Андрес Линдстром. А Игорь Кононов уходит в отрыв от своих соперников. Антонин Платовский уверенно идет на втором месте. Стефан Плечахер третий. Пер Андрес Линдстром замыкает этот заезд. Завершающий круг дистанции. Игорь Кононов сохраняет свое преимущество, лидерство. А вот на третье место сейчас вышел Пер Андрес Линдстром. Смог он обойти Стефана Плечахера. Тем временем финиш заезда, друзья. Игорь Кононов 3 очка, 2 очка Антонин Платовский. 1 очко в свою копилку зарабатывает шведский спортсмен Пер Андрес Линдстром. И 0 у Стефана Плечахера. Игорь Кононов 65,9 секунды. Время победителя третьего заезда. Так, на ваших экранах сейчас результаты третьего заезда. Игорь Кононов 3 очка, Антонин Платовский 2, Пер Андрес Линдстром 1 и Стефан Плечахер 0. Впереди у нас с вами четвертый заезд. Сейчас участникам четвертого заезда дается 2 круга. Ну и после этого во второй серии заездов уже гонщики будут стартовать непосредственно сразу, без всяких пробных кругов. Итак, четвертый заезд. По первой дорожке в красном нашлемнике будет стартовать Франц Цорн, Австрия. По второй дорожке в синем нашлемнике Виталий Хомицевич, Россия. Третья дорожка — белый нашлемник Гюнтер Бауэр, Германия. И четвертая дорожка — желтый нашлемник Стефан Свенсон, Швеция. Франц Цорн на ваших экранах. Поднятая вверх рука означает, что я останавливаюсь. Предупреждает едущих сзади гонщиков о том, что я буду останавливаться. Механики Фрэнки Цорна тут же подбегают гонщику. Дозаправка. Вот они, острые шипы длиной 28 миллиметров, благодаря которым гонщики на своих мотоциклах удерживается на скользком льду. Крупным планом показывает нам сейчас Виталий Хомицевича. Франц Цорн на ваших экранах.
очень хорошо он выступил в первый день соревнований. Попал на пьедестал, занял второе место. Очень был этому рад. Впечатления просто переполняли. Он очень веселый был после гонки, охотно давал интервью, фотографировался с болельщиками. Это Гюнтер Бауэр на ваших экранах. Неоднократный чемпион Германии. Кстати, у Гюнтера Бауэра тоже подрастает сын, который тоже занимается мотогонками на льду. И как сказал Гюнтер Бауэр, что, возможно, он привезет его в Россию, чтобы Николай Красников показал ему мастер-класс, обучил его. И, возможно, что он будет вот даже участвовать в отборочных соревнованиях личного чемпионата мира. Итак, участники четвертого заезда приглашаются главным судьей на старт. Ну что-то не торопятся гонщики занимать свои стартовые позиции. Виталий Хомицевич на ваших экранах, заслуженный мастер спорта России. В этом году Виталий выступает за город Каменск-Уральский. Вот Гюнтер Бауэр. Последним Гюнтер Бауэр подъезжает на свою стартовую позицию. Итак, все четверо спортсменов на своих местах. Посмотрим, какой накал страстей будет в этом заезде. Все внимание на стартовую ленту. Зеленый свет. И поехали. Фрэнки Цорн. Гюнтер Бауэр. Виталий Хомицевич третий. Стефан Свенсон замыкает заезд. Виталий Хомицевич пытается обойти сейчас Гюнтера Бауэра. Удастся ли ему это? Выходит вперед, оттесняя Бауэра на третье место. И бросается в погоню за лидером. Франц Цорн у нас сейчас лидирует, австрийский спортсмен. Ну что, удастся Виталию Хомицевичу обойти своего соперника? По более чистому льду пытался сейчас Виталий это сделать. Не удалось. Еще одна попытка атаки. В свою очередь и Гюнтер Бауэр, а также и Стефан Свенсон пытается подняться на ступень повыше, но пока не удается. Атака Виталия Хомицевича. Оглядывается Фрэнки Цорн. И что же будет на финише? Завершающий поворот. И встречаем финиш. Франц Цорн выигрывает заезд, зарабатывая 3 очка. Вторым на финише был Виталий Хомицевич. 2 очка. Стефан Свенсон смог обойти Гюнтера Бауэра. Заработал 1 очко и 0 у Гюнтера Бауэра. Фрэнки Цорн, победитель этого заезда на ваших экранах. 64,9 секунды показал на финише время победителя четвертого заезда. Итак, Фрэнки Цорн 3 очка, Виталий Хомицевич 2, Стефан Свенсон 1 и Гюнтер Бауэр 0. Результаты четвертого заезда. Итак, повтор интересных моментов. Это первый заезд, где победил Дмитрий Колтаков. Друзья, ну вот посмотрите, какая шрапнель летит из-под колес мотоциклов. Прямо со старта начинает вестись упорная борьба. Тяжело, конечно же, гонщикам ехать, когда вот такая шрапнель летит тебе в лицо. Могу привести пример, что, допустим, в Луховицах был случай, когда шедший вторым Владимир Лумпов получил из-под колеса Виталия Хомицевича, вылетело буквально большой кусок вылетел льда, разбил очки Владимиру Лумпову, рассек бровь, и буквально, но тем не менее, Владимир Лумпов смог финишировать третьим.
Но потом ему в закрытом парке оказали медицинскую помощь. У него была сильно рассечена бровь. И он буквально, говорит, я ехал, глядя на трек одним глазом. Ну что ж, спорт есть спорт. Тем более, что мотогонки на льду – спорт мужественных, отважных парней. Поэтому бывают здесь и падения, бывают и травмы. Вообще, технические виды спорта – это травмоопасные. Но если, как говорится, не нравится, играйте в шахматы. Ну, а мотогонки на льду – это один из самых зрелищных и красивых видов спорта. Еще раз в этом убеждаешься, глядя вот на повторы этих красивых заездов. Фрэнки Цорн. Красивая борьба. Красивый финиш. Вот еще раз оглядывается вот назад. Вот переставила на финишной прямой мотоцикл Виталий Хамицевич. Ну а сейчас у нас с вами пятый заезд. Представляю вам его участников. По первой дорожке в красном нашлемнике Стефан Свенсон, Швеция. По второй дорожке в синем нашлемнике Владимир Чеблаков, Казахстан. По третьей дорожке в белом нашлемнике Данил Иванов, Россия. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике Пер Андрес Линдстром, Швеция. Владимир Чеблаков на ваших экранах. Один из ветеранов казахского мотоспорта, как я уже говорил. Он двукратный бронзовый призер командных чемпионатов мира 1995 и 1996 годов. На командных чемпионатах мира он выступал вместе в составе сборной команды Казахстана вместе с Наилем Курбановичем Галиакбировым и со Станиславом Кузнецовым из города Кемерово. Ну что ж, смотрим. Пятый заезд, друзья. Ждем с нетерпением, когда участники пятого заезда займут свои стартовые позиции. Они уже с нетерпением ожидают разрешения выехать на трек. Немножко затягивается подготовка трека, затягивается чистка. Но связано с тем, что более тщательно готовят организаторы лед. Проблемы у Владимира Чеблакова. Заглох мотоцикл. Просит он помочь. Ну что ж, дорогие друзья, вот раньше, во времена Советского Союза, все гонщики были в равных условиях. Все выступали на мотоциклах с жесткими рамами, все были в равных условиях. Ну вот, а теперь прогресс, как говорится, не стоит на месте. Был придуман амортизатор для задней подвески, сделаны вилки, передние вилки, передних вилок для приспособленные для выступления на ледяных дорожках. И вот сейчас каждый спортсмен подготавливает своих стальных коней
как правило, у гонщиков два мотоцикла, один боевой, другой запасной. Каждый из спортсменов подготавливает мотоциклы под себя. Тем временем дан старт. И вот уверенно лидирует Данил Иванов, сразу же взявший бразды правления в заезде в свои руки. Уходит он в отрыв от остальных спортсменов. Стефан Свенсон, шведский ветеран мотогонки на льду, уверенно идет на второй позиции. Пер Андрес Линдстром идет третьим и четвертым Владимир Чеблаков. Завершающий круг дистанции. И сейчас будем встречать финиш. Ну, завершающий поворот и встречаем финиш. Данил Иванов уверенно заработал 3 очка. 2 очка Стефан Свенсон. 1 очко зарабатывает Пер Андрес Линдстром и 0 у Владимира Чеблакова. 65,7 секунды показывает на финише победитель заезда Данил Иванов. Крупным планом нам сейчас его показывают. Результаты 5-го заезда. Итак, Данил Иванов после 5-го заезда набирает 6 очков, Стефан Свенсон 3, Пер Андрес Линдстром 2 и у Владимира Чеблакова пока сегодня 0. Шестой заезд по первой дорожке в красном на шлемнике Виталий Хабицевич, Россия. По второй дорожке в синем на шлемнике Стефан Плечахер, Германия. Третья дорожка белый на шлемник Ханс Вебер, Германия. И четвертая дорожка желтый на шлемник Дмитрий Хамицевич, Россия. Ну что ж, вот братья Хамицевичи встречаются сейчас в этом заезде. В этом сезоне Виталий и Дмитрий выступают за разные города. Виталий Хамицевич выступает за город Каменск-Уральский. Ну, а Дмитрий Хамицевич за город Благовещенск Амурской области. Итак, друзья, все внимание на старт. Лента вверху, заезд начался. И сразу же, посмотрите, Дмитрий Хамицевич вырывается вперед. Очень красиво стартует с четвертой дорожки. Виталий Хамицевич уверенно идет вторым. Третью позицию занимает Ханс Вебер. И Стефан Плечахер идет четвертым. Сохраняет свое лидерство Дмитрий Хамицевич. Здорово, конечно, подразбит уже лед. Скорости, конечно, сегодня поменьше. По сравнению со вчерашним днем. Виталий Хамицевич по-прежнему идет вторым, Ханс Вебер третий и четвертым Стефан Плечахер. Завершающий круг дистанции, растянулись спортсмены по треку. Ну, я думаю, сюрпризов не будет. Завершающий поворот, встречаем финиш. Дмитрий Хамицевич 3 очка, 2 очка Виталий Хамицевич. 1 очко зарабатывает Ханс Вебер и 0 Стефан Плечахер. 65,5 секунды показывает на финише победитель заезда Дмитрий Хамицевич. Итак, результаты этого заезда. Дмитрий Хамицевич набирает 5 очков. Виталий Хамицевич 4 очка, Ханс Вебер 2, Стефан Плечахер пока сегодня очков не набрал, у него 0. В 7-м заезде по первой дорожке в красном на шлемнике будет стартовать Антонин Клатовский, Чешская Республика. По второй дорожке в синем на шлемнике Фрэнки Цорн, Австрия. По третьей дорожке в белом нашлемнике Николас Свенсон, Швеция. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике Харальд Симон, Австрия.
первый день, друзья, все мы помним, какое столкновение произошло во втором заезде между Харальдом Симоном и Фрэнки Цорном. Фрэнки Цорн на большой скорости врезался в заднюю часть мотоцикла. Удар был настолько сильным, что Харальд Симон улетел даже за забор ограждения трека. Итак, фотографии участников заезда на ваших экранах. Участники седьмого заезда на своих стартовых местах. Итак, зеленый свет. Лента вверху. Поехали. Ай-яй-яй. Антонин Платовский, конечно, здорово заехал за внутреннюю линию трека, но не будем торопить события. Лидирует у нас Фрэнки Цорн. Антонин Платовский идет вторым. Харальд Симон третий, четвертым. Никлас Свенсон. Харальд Симон смог обойти сейчас чешского гонщика. Нет, снова чуть впереди. Антонин Платовский вновь вперед выходит. Харальд Симон. Упорная борьба между этими двумя спортсменами. Завершающий круг дистанции сейчас. Фрэнки Цорн оторвался уже на солидное расстояние от своих соперников. Харальд Симон идет вторым. Третьим Антонин Платовский. Четвертым Никлас Свенсон. Итак, встречаем финиш, уважаемые любители мотоспорта. Фрэнки Цорн первый. Вторым Харальд Симон, третьим Антонин Платовский и четвертым на финише Никлас Свенсон. Таким образом, Фрэнки Цорн 3 очка, 2 очка Харальд Симон, 1 очко Антонин Платовский и 0 Никлас Свенсон. Франц Цорн, победитель этого заезда на ваших экранах. 67,3 секунды показывает он на финише. Итак, результаты заезда. Фрэнки Цорн набирает в общем 6 очков, Харальд Симон 4 очка, Антонин Платовский 3 и Никлас Свенсон пока очков сегодня не набрал. У него 0. Восьмой заезд сейчас состоится на треке ледового комплекса «Медео». По первой дорожке в красном нашлемнике Дмитрий Колтаков, Россия. По второй дорожке в синем нашлемнике Ян Колотовский, Чешская Республика. Третья дорожка — белый нашлемник Игорь Кононов, Россия. И четвертая дорожка — желтый нашлемник Гюнтер Бауэр, Германия. Ян Платовский последним подъезжает на свою стартовую позицию. Итак, все четыре райдера, все четыре гонщика на своих местах. Все внимание на маршала. Маршал отходит, зеленый свет и поехали. Дмитрий Колтаков сразу вырывается вперед. Ай-яй-яй. Сразу два спортсмена висят сзади, буквально на колесе. Ян Платовский, Игорь Кононов. Ян Платовский пытается атаковать. Остается вторым. Игорь Кононов идет третьим. Вот сейчас Игорь Кононов атакует позиции Яна Платовский. Никак не удается ему обойти чешского гонщика. Ну, а Дмитрий Колтаков уверенно лидирует и наращивает отрыв от своих соперников. Гюнтер Бауэр включается в борьбу. На завершающий круг уходят спортсмены. Дмитрий Колтаков лидирует. Сейчас Гюнтер Бауэр обходит и Игоря Кононова, и Яна Колотовский. Что же будет на финише, друзья? Завершающий поворот. Дмитрий Колтаков первый. Вторым Ян Платовский.
третьим Гюнтер Бауэр. И только четвертым Игорь Кононов. Победителя заезда нам сейчас показывает Дмитрий Колтаков. Показывает он 66,8 секунды его время на финише. Совершенно неожиданный финиш. Почему-то Игорь Кононов финиширует четвертым. Еще раз интереснейшие моменты заездов. Вот вы видите, как нелегко управлять гонщиком мотоциклами в поворотах. Очень здорово подбрасывает. Видно, как работает в поворотах наколенник, как он скользит по ледовой дорожке. Данил Иванов на ваших экранах. Братья Хамицевичи. Дмитрий Хамицевич на ваших экранах. Виталий Хамицевич идет вторым. Очень здорово разбит в поворот лед. И вот видно, как работает подвеска мотоцикла. Видно, как опирается при прохождении поворота на коленку гонщик. Угол наклона мотоцикла на повороте достигает 70 градусов. Это очень даже много, друзья. Буквально каждую выбоинку чувствует гонщик. Несмотря на то, что у него на колено надета вот такая защита. Чисто по гаре он сейчас начинал проходить поворот Карль Симон. Фрэнк Кицор на ваших экранах. Оглядывается назад. Вот еще раз показывает победный заезд Дмитрия Колтакова. Как с ним боролся Ян. Колотовский. Ну что ж, Гюнтер Бауэр вот здесь совершенно неожиданно обошел Яна Колотовский и Игоря Кононова. И вот он финиш. Дмитрий Колтаков финиширует первым. Итак, положение. Дмитрий Колтаков набирает 6 очков, Ян Колотовский 3, Гюнтер Бауэр 1 очко, Игорь Кононов 3. Вот результаты 8-го заезда. Итак, положение после двух серий заездов. По 6 очков Данил Иванов, Дмитрий Колтаков, Франц Орн. 5 очков Дмитрий Хамицевич. По 4 Виталий Хамицевич, Карл Симон. По 3 Игорь Кононов и Стефан Свенсон. Также 3 очка у Яна Колотовски и Антонина Колотовски. Пер Андрес Линдстрем и Ханс Вебер набрали 2 очка. И 1 очко у Итак, участники 9-го заезда на ваших экранах. По первой дорожке в красном нашлемнике Дмитрий Хамицевич. Гюнтер Бауэр по второй дорожке в синем нашлемнике.
Владимир Чеблаков, третья дорожка, белый нашлемник. И Антонин Клатовский, четвертая дорожка, желтый нашлемник. Все внимание на старт. Вента вверху, заезд начался, и сразу красный нашлемник. Дмитрий Хамицевич вырывается вперед. Гюнтер Бауэр идет вторым. Антонин Клатовский третий. Владимир Чеблаков замыкает этот заезд. Дмитрий Хамицевич уверенно продолжает лидировать. Гюнтер Бауэр идет вторым. Антонин Клатовский третий. Никак не получается у Гюнтера Бауэра догнать лидера. А вот в свою очередь Антонин Клатовский сокращает с ним расстояние. Завершающий круг дистанции. Посмотрим, что же будет на финише. Завершающий поворот. Прямая. И встречаем 3 очка за Дмитрий Хамицевич, 2 Гюнтер Бауэр. 1 очко в свою копилку записывает Антонин Клатовский. И 0 у Владимира Чеблакова. 66,8 секунды показывает на финише победитель этого заезда Дмитрий Хамицевич. На ваших экранах крупным планом. Итак, друзья, 8 очков набирает Дмитрий Хамицевич, Гюнтер Бауэр 3 очка, Антонин Клатовский в своей копилке имеет уже 4 очка, Владимир Чеблаков пока 0, пока не может ветеран мотоспорта Казахстана открыть счет своей копилки. Ну что ж, 10-й заезд сейчас будет проходить. В 10-м заезде по первой дорожке в красном нашлемнике будет стартовать Игорь Кононов, Россия. По второй дорожке в синем нашлемнике Данил Иванов, Россия. Третья дорожка, белый нашлемник, Франц Цорн, Австрия. И четвертая дорожка, желтый нашлемник, Ханс Вебер, Германия. Показывает нам сейчас фотографии участников этого заезда. Итак, все внимание на стартовую ленточку. Зеленый свет. Лента вверху. Заезд начался, друзья. И вновь... Ай-яй-яй-яй-яй! Игорь Кононов так здорово заехал за красную внутреннюю линию, но не будем торопить события. Видимо, в связи с тем, что трек немножко был изменен, главный судья соревнований Александр Литосинский не очень обращает внимания на пересечение вот этой линии, внутренней линии трека, сохраняет свое лидерство в заезде Данил Иванов. Игорь Кононов идет вторым, третьим Франц Цорн, и замыкает заезд Ханс Вебер. Завершающий круг дистанции, завершающий круг заезда. Вот сейчас сможет Франц Цорн обогнать Игоря Кононова или будет третьим? Итак, прямая и финиш. Игорь Кононов был все-таки вторым. Первым у нас Данил Иванов, вторым Игорь Кононов, третьим Франц Цорн и четвертым Ханс Вебер. Данил Иванов показывает 66,7 секунды на финише. Это время победителя 10-го заезда. Итак, 3 очка Данил Иванов, 2 очка Игорь Кононов, 1 очко Франц Цорн и 0 Ханс Вебер. Данил Иванов набирает 9 очков, Игорь Кононов 5, Франц Цорн 7, Ханс Вебер в своей копилке имеет 2 очка.
Ну, а у нас здесь в Алматы сейчас будет 11-й заезд. Харальд Симон в красном нашлемнике по первой дорожке. Пер Андрес Линдстром, Швеция, синий нашлемник, вторая дорожка. Ян Клатовский, Чешская Республика, белый нашлемник, третья дорожка. И российский гонщик Виталий Хомицевич по четвертой дорожке в желтом нашлемнике. Отвечают на свои стартовые позиции участники 11-го заезда. На ваших экранах сейчас состав заезда, фотографии участников. Итак, все внимание на стартовую машину. Самые напряженные мгновения для спортсменов. Лента вверху. Поехали. Ну, сразу российский спортсмен Виталий Хомицевич вырывается вперед. Харальд Симон, Ян Клатовский ведут борьбу за вторую позицию. Ну, а шведский спортсмен Пер Андрес Линдстром, видимо, в роли статиста, он идет четвертым. Смотрите, как ведут борьбу сейчас Ян Клатовский и Харальд Симон. Харальд Симон идет сейчас вторым, Ян Клатовский третий. Виталий Хомицевич уверенно лидирует. Вот поравнялись Харальд Симон и Ян Клатовский. Завершающий круг дистанции. Посмотрим. Ай-яй-яй, как сейчас подбросило Яна Клатовский. Ну что ж, Харальд Симон не преминул этим воспользоваться и уехал вперед. Итак, финиш заезда. 3 очка Виталий Хомицевич, 2 очка зарабатывает Харальд Симон. 1 очко в свою копилку записывает Ян Клатовский. И 0 у Пера Андреса Линдстрома. Победитель заезда Виталий Хомицевич. Россия крупным планом на ваших экранах, друзья. И у нас с вами впереди 12-й заезд, завершающий заезд 3-й серии. Итак, Виталий Хомицевич набирает 7 очков, 6 очков в копилке у Харальда Симона. А Ян Клатовский набрал 4 очка. И Пер Андрес Линдстром, у него в копилке только 2 зачетных очка. Итак, 12-й заезд, друзья. 12-й заезд, уважаемые болельщики. По первой дорожке в красном нашлемнике Никлас Свенсон, Швеция. По второй дорожке в синем нашлемнике Дмитрий Колтаков, Россия. По третьей дорожке в белом нашлемнике Стефан Свенсон, Швеция. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике Стефан Плечахер, Германия. Ну что ж, отец и сын Свенсона сейчас будут стартовать в этом заезде. Тоже будет интересно посмотреть на их борьбу. Сможет ли сын противостоять. Итак, лента вверху, поехали. Дмитрий Колтаков сразу вышел вперед. Стефан Свенсон идет вторым, Никлас третий. И Стефан Плечахер идет четвертым. Здорово подбрасывает мотоциклы гонщиков. Смотрите, как справляется со своим мотоциклом Дмитрий Колтаков. Стефан Свенсон уверенно идет вторым, а Никлас Свенсон третий, и четвертым Стефан Плечахер. Стефан Плечахер пытается обойти сейчас Никласа Свенсона. Посмотрим, удастся ли ему это. Завершающий круг дистанции. Лидирует у нас россиянин Дмитрий Колтаков. Вот Стефан Плечахер обошел сейчас Никласа Свенсона, но тот не сдается. Посмотрим, до финиша еще есть дистанция, метр дистанции. Так, кто же будет третьим в
Все-таки третьим финиширует Стефан Плечакер. Итак, победитель заезда Дмитрий Колтаков на ваших экранах. 68,1 секунды показывает он на финише. Вторым финишировал Стефан Свенсон. У него 2 очка. 1 очко заработал Стефан Плечакер. И 0 у Никласа Свенсона. Таким образом, Дмитрий Колтаков имеет в копилке 9 очков. Стефан Свенсон 5. Стефан Плечакер 1 очко. И Никлас Свенсон никак не может открыть свой счет. У него по-прежнему 0. Вновь нам показывают самые интересные мгновения в заездах. Виталий Хамицевич, Гюнтер Бауэр, Дмитрий Хамицевич. Чтобы получился хороший старт, именно для этого гонщики на стартовых местах осаживают заднее колесо мотоцикла, чтобы шипы лучше впились в лед. Данил Иванов на ваших экранах. Пятикратный чемпион мира в командных гонках, двукратный чемпион России. Данил Иванов, мастер спорта России международного класса, клуб «Мегалада», город Тольятти. Вот Виталий Хамицевич в этом заезде лидирует. Ян Платовский. Смотрите, какая шрапнель при выходе из поворота. Так, гонщики открывают ручку газа. Никлас Свенсон показывает, оглядывается назад. Уверенно шел на третьем месте, но смог найти лазейку и его обогнать. Стефан Плечакер в 12-м заезде. 3 Колтаков. В начале сезона на полуфинале личного чемпионата России в Тольятти Дмитрий Колтаков получил травму и дальше в чемпионате России не принимал участия. Вот готовился он именно к личному чемпионату мира. И надо сказать, что подготовился довольно-таки неплохо, уверенно провел гонку в Красногорске, уверенно провел второй финал в Тольятти, но, к сожалению, во второй день в Тольятти он на пьедестал не попал. И вот хорошо выступил в первый день в Алматы. Итак, друзья, у нас с вами 13-й заезд. Владимир Чеблаков по первой дорожке, Игорь Кононов по второй, Виталий Хамицевич по третьей и Никлас Свенсон по четвертой дорожке в этом заезде. Все, внимание на старт. Лента взметнулась вверх. Начался заезд. Вот посмотрите, сразу Виталий Хамицевич и Игорь Кононов выходят вперед. Лидирует Виталий Хамицевич, Игорь Кононов идет вторым. Никлас Свенсон держится третьим. И четвертым идет Владимир Чеблаков.
уверенно лидируют российские спортсмены. Виталий Хомицевич. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Падает Никлас Свенсон. Остановка заезда. Не происходит, поскольку мотоцикл шведского спортсмена никому не мешает. Завершающий круг заезда. Виталий Хомицевич по-прежнему лидирует. Оглянулся он сейчас назад. Мотоцикл Никласа Свенсона лежит внутри. Поэтому главный судья соревнований Александр Литосинский из Украины не стал останавливать заезд и принимают сейчас финиш. Таким образом, друзья, 3 очка зарабатывает Виталий Хомицевич, 2 очка заработал Игорь Кононов, 1 очко Владимир Чеблаков и Никлас Свенсон, падение, победитель заезда Виталий Хомицевич на ваших экранах. Время победителя заезда 69,9 секунды. Прихрамывает немножко Никлас Свенсон, но можно понять, он здорово ударился. Таким образом, Виталий Хомицевич набирает 10 очков, Игорь Кононов 7. Владимир Чеблаков наконец-таки открыл счет в свою копилку, 1 очко заработал в этом заезде и падение у Никласа Свенсона. Вот нам еще раз показывает этот момент. Срывает колесо у Никласа Свенсона, но заезд не останавливают, поскольку мотоцикл, вот еще раз этот момент, вот, поскольку мотоцикл вместе с гонщиком никому не мешали, главный судья не стал останавливать заезд. Итак, друзья, уважаемые любители мотогонок на льду, 14-й заезд. По первой дорожке красный нашлемник Ханс Вебер. По второй дорожке синий нашлемник Стефан Свенсон. Третья дорожка белый нашлемник Антонин Клатовский. И четвертая дорожка желтый нашлемник Ян Клатовский. Вот сейчас противостояние двух братьев Чешской Республики. Антонин Клатовский, Ян Клатовский в одном заезде. Причем стартовать они будут очень интересно. Третья, четвертая дорожка. Третья дорожка Антонин, четвертая Ян. Итак, лента взметнулась вверх. И сразу посмотрите, выходит вперед Стефан Свенсон. Шведский спортсмен, многократный чемпион Швеции. Один из ветеранов мотогонок на льду в Швеции. Вот, а за второе и третье места борьба между Хансом Вебером и Яном Клатовским. А где же Антонин? Вот и Антонин Клатовский также включается в борьбу. Обходит он Ханса Вебера, выходит на третью позицию, бросается в погоню за братом. Ну что, сможет он его обойти? Попытка атаки. Пока не удается. Ян по-прежнему идет вторым. Антонин третий. Завершающий круг дистанции. Стефан Свенсон, Ян Клатовский. Итак, Антонину удается обойти брата. И встречаем финиш. Стефан Свенсон. 3 очка, 2 очка. Антонин Клатовский 1 очко зарабатывает. Ян Клатовский. И, к сожалению, 0 у Ханса Вебера. Стефан Свенсон приветствует его трибуны. Стефан Свенсон на ваших экранах. Победитель 14-го заезда. Итак, результаты 14-го заезда на ваших экранах. Стефан Свенсон, в общем, набирает 8 очков, Антонин Клатовский 6, Ян Клатовский 5 очков и Ханс Вебер
в заезде. У него 0, а всего 2 зачетных очка. 15-й заезд по первой дорожке в красном нашлемнике Гюнтер Бауэр, Германия. По второй дорожке в синем нашлемнике Харальд Симон, Австрия. Третья дорожка – белый нашлемник Стефан Ключахер, Германия. И четвертая дорожка – желтый нашлемник Данил Иванов, Россия. Участники заезда подъезжают на свои стартовые места. Вот вы видите, как они осаживают задние колеса мотоциклов, чтобы старт был более удачным, чтобы, не дай бог, не забуксовать. Гюнтер Бауэр последним занимает свою дорожку. Ну что, посмотрим за ходом борьбы в этом заезде. Зеленый свет. Все внимание на ленту. Она взмывает вверх. Заезд начался. Данил Иванов сразу выходит вперед. Гюнтер Бауэр бросается в погоню. Харальд Симон идет третьим. И Стефан Ключахер замыкает заезд. Харальд Симон пытается обойти сейчас Гюнтера Бауэра. Но пока безрезультатно. Пока остается на третьей строчке заезда. Гюнтер Бауэр же, в свою очередь, сокращает расстояние с Данилом Ивановым, который сейчас оглянулся назад. Смотрит Данил, где его соперники. Харальд Симон уверенно идет третьим. И Стефан Ключахер замыкает заезд. Завершающий круг дистанции. Сохраняет свое лидерство Данил Иванов. Что же будет на финише, друзья? Данил Иванов 3 очка, Гюнтер Бауэр 2 очка. Третьим финишировал Харальд Симон и четвертым Стефан Ключахер. Данил Иванов на ваших экранах победитель 15-го заезда. 69,1 секунды показал он на финише. Это время победителя заезда. Итак, результаты 15-го заезда. Харальд Симон за пересечение внутренней линии все-таки был дисквалифицирован. У него 0. 12 очков набирает Данил Иванов. Гюнтер Бауэр 5. Стефан Ключахер набрал 2 очка. А Харальд Симон пока у нас остается с 6 набранными очками. Итак, 16-й заезд. Пер Андрес Линдстрем, красный нашлемник, первая дорожка. Дмитрий Хамицевич, Россия, синий нашлемник, вторая дорожка. Дмитрий Колтаков, Россия, белый нашлемник, третья дорожка. И Франц Цорн, Австрия, желтый нашлемник, четвертая дорожка. Ну что, посмотрим, сможет ли Фрэнки Цорн что-либо противопоставить здесь, в этом заезде, российским спортсменам. Ну, а Пер Андрес Линдстрем, я думаю, будет здесь в роли статиста. Состав участников 16-го заезда на ваших экранах. Все внимание на старт и поехали. Фрэнки Цорн выходит вперед. Дмитрий Хамицевич ведет с ним борьбу. Дмитрий Колтаков сейчас только третий. Дмитрий Колтаков пытается обойти Дмитрия Хамицевича, но безрезультатно пока. Третий по наружной траектории пытается обойти соперников. Не получается. Лидирует Фрэнки Цорн, Австрия. Дмитрий Колтаков атакует Дмитрия Хамицевича. Вновь неудача. Остается на третьем месте. Дмитрий Хамицевич пытается обойти Фрэнки Цорна. Тут же
Проскакивает Дмитрий Колтаков и проходит и Дмитрия Хамицевича, и Фрэнки Цорна. Очень красиво, очень технично прошел сейчас Дмитрий Колтаков своих соперников. Браво! Молодец Дима. Оглядывается назад сейчас Дмитрий Хамицевич, смотрит, где находится Фрэнки Цорн. Итак, завершающие метры дистанции. Уверенная победа Дмитрия Колтакова. Зарабатывает он очередные 3 очка. Вторым на финише был Дмитрий Хамицевич, у него 2 очка. Фрэнки Цорн неплохо стартовал, но, к сожалению, на финише был только третьим. У него 1 очко. И Пер Андерс Линдстрем, как я уже говорил, ничего не мог противопоставить своим соперникам. У него 0,68,5 секунды показывает на финише Дмитрий Колтаков. Таким образом, Дмитрий Колтаков набирает 12 очков, у Дмитрия Хамицевича 10. Франц Цорн набрал 8 очков, и Пер Андерс Линдстрем по-прежнему имеет в своей копилке только 2 зачетных очка. Вновь на экране лучшие мгновения заездов. Посмотрите, как здорово разбит лед, как тяжело управлять спортсменом своими мотоциклами. Очень нужно быть крепким физически, здорово подготовленным для того, чтобы вот так мчаться по ледовому овалу кольца скорости, да еще на соревнованиях такого уровня, как личный чемпионат мира по мотогонкам на льду. Николас Свенсон, вот этот момент, когда его срывает, и улетает он вовнутрь круга. Виталий Хамицевич. Ханс Вебер на ваших экранах. Вот этот момент, когда гонщик переключает коробку передач на вторую скорость после старта. Вот сейчас показали на примере Ханса Вебера. Стефан Свенсон на ваших экранах. Очень упорная борьба между европейскими спортсменами в этом заезде. Вот нам показывают Стефана Свенсона. Вот Данил Иванов. Данил Иванов и Гюнтер Бауэр. Ну что, дорогие друзья, здесь комментарии, как говорится, излишни. Лучше посмотрите еще раз на эти красивые мгновения, на эту шрапнель изо льда, которая вылетает из-под колес мотоциклов.
Итак, друзья, впереди у нас завершающая 5-я серия заездов, 17-й заезд. По первой дорожке в красном нашлемнике будет стартовать Данил Иванов, Россия. По второй дорожке в синем нашлемнике Виталий Хомицевич, Россия. Третья дорожка, белый нашлемник, Антонин Клатовский, Чешская Республика. И четвертая дорожка, желтый нашлемник, Дмитрий Колтаков, Россия. Данил Иванов показывает нам сейчас стартовый номер 14, Антонин Клатовский, Виталий Хомицевич и Дмитрий Колтаков. Все спортсмены на своих стартовых позициях. Да, друзья, интересный будет заезд. Данил Иванов 12 очков, Дмитрий Колтаков 12 очков. Именно сейчас в этом заезде решится, кто же из них станет лидером сегодняшнего дня соревнований. Виталий Хомицевич у нас лидирует, Дмитрий Колтаков идет вторым, Данил Иванов. Пытается обойти Дмитрия Колтакова в борьбе за вторую строчку в заезде. Дмитрий Колтаков, в свою очередь, атакует позиции Дмитрия Хомицевича. Сохраняет свое лидерство Виталий Хомицевич. Дмитрий Колтаков идет вторым. Данил Иванов третий. Вновь пытается атаковать сейчас Дмитрий Колтаков. Падение. Падение. Не будем торопить события. Падает Дмитрий Колтаков. Подбегают к нему механики. Но самое главное, что сам Дмитрий в порядке, что мягко упал, подходит к нему сейчас врач. Вот сейчас давайте еще раз покажет нам этот момент. Да, заводит, передержал немножко газ Виталий Хомицевич, вытащил его к тюкам. Ну и вот тут рядом как раз буквально ехал и Дмитрий Колтаков, и получилось, что задним колесом своего мотоцикла затолкал в тюки Дмитрия Колтакова Виталий Хомицевич. Еще раз смотрим этот момент. Вот. Момент падения. И перезаезд. Перезаезд. А, 17-го заезда, да. Исключен Виталий Хомицевич. И только три гонщика будут в перезаезде. Данил Иванов, Антонин Клатовский и Дмитрий Колтаков. Посмотрев видеозапись, повтор этого момента, главный судья принял решение о дисквалификации в заезде Виталия Хомицевича. И только три гонщика сейчас на старте.
Посмотрим, как сложится борьба в перезаезде. Итак, лето взметнулось вверх. Данил Иванов и Дмитрий Колтаков сразу начинают вести борьбу за первую строчку. Сейчас чуть впереди Данил Иванов. Дмитрий Колтаков идет вторым, а Данил Колтаковский третий. Ну что, сможет Дмитрий Колтаков обойти Данила Иванова? Или все-таки будет вторым? Атака пока остается на второй строчке. Дмитрий Колтаков. Данил Иванов с трудом сдерживает атаки уфимского спортсмена. Вновь атакует Дмитрий Колтаков. Вновь неудачно. Вторым остается он на треке. Итак, перекрывает. И вот находит лазейку Дмитрий Колтаков. И что же на финише? Все-таки Данил Иванов смог закрыть лазейку Дмитрию Колтакову. Данил Иванов на ваших экранах, победитель этого заезда. 3 очка зарабатывает он в свою копилку. 2 очка у Дмитрия Колтакова и 1 очко заработал Антонин Клатовский. 68,4 секунды показывает на финише победитель этого заезда Данил Иванов. 15 очков из 15 возможных набирает он сегодня. Дмитрий Колтаков набрал 14 очков. Антонин Клатовский 7 очков. И Виталий Хомицевич остается у нас с 10 набранными очками. Итак, в 18-м заезде у нас Никлас Свенсон должен стартовать по первой дорожке, но я вижу, что вместо него замена будет выходить запасной. Первый запасной будет стартовать. Павел Некрасов, Казахстан, стартовый номер 17. Красный нашлемник, первая дорожка. Во второй дорожке в синем нашлемнике стартует Пер Андрес Линдстром, Швеция. Третья дорожка, белый нашлемник, Ханс Вебер, Германия. И четвертая дорожка, желтый нашлемник, Гюнтер Бауэр, Германия. Интересный заезд. Российских гонщиков в нем нет. Вот сейчас интересно будет посмотреть за борьбой европейских спортсменов. Ну и, конечно же, посмотрим, как покажет себя Павел Некрасов, кандидат мастера спорта, запасной гонщик соревнований. Приветствует трибуны своего земляка. Ну что, друзья, давайте посмотрим за ходом борьбы в этом заезде, кто же станет сильнейшим в 18-м заезде. Лента взметнулась вверх, заезд начался. Гюнтер Бауэр и Ханс Вебер. Борьба за лидерство оглядывается. Ханс Вебер назад, смотрит, где соперники. Пока чуть впереди Ханс Вебер. Гюнтер Бауэр идет вторым. Пер Андрес Линдстром третий. Переставила немножко сейчас мотоцикл Ханса Вебера, но сохраняет он за собой вторую позицию. Вперед вышел Гюнтер Бауэр. А вот сейчас посмотрите, Пер Андрес Линдстром пытается атаковать и позицию Гюнтера Бауэра в борьбе за лидерство. Оглядывается немецкий спортсмен назад. Лед здорово разбит, конечно. Завершающий круг дистанции. Гюнтер Бауэр сохраняет свое лидерство. Пер Андрес Линдстром вышел на вторую строчку. Ханс Вебер идет третьим. И замыкает заезд Павел Некрасов. Завершающий поворот. Прямая. Встречаем финиш. Гюнтер Бауэр победно вскидывает мотоцикл на заднее колесо. Зарабатывает 3 очка. Вторым финишировал Пер Андрес Линдстром. Шведский спортсмен.
Ханс Вебер был третьим и четвертым Павел Некрасов. 71,9 секунды показывает на финише Гюнтер Бауэр, победитель 18-го заезда на ваших экранах. Ханс Вебер, который в этом заезде был только третьим. Таким образом, Гюнтер Бауэр набирает 8 очков, Пер Андрес Линдстром 4, Ханс Вебер 3 и Павел Некрасов на этих соревнованиях очков не набирает. 19-й заезд по первой дорожке в красном нашлемнике Харальд Симон, Австрия. По второй дорожке в синем нашлемнике Игорь Кононов, Россия. Третья дорожка – белый нашлемник Стефан Свенсон, Швеция. И четвертая дорожка – желтый нашлемник Дмитрий Хамицевич, Россия. Итак, все четыре райдера на своих местах. Все внимание на стартовую ленту. Маршал отходит. Зеленый свет. Лента вверху. Заезд начался. Итак, друзья, сразу посмотрите. Дмитрий Хамицевич. Ведет упорную борьбу с Харальдом Симоном. Подключается тут и Стефан Свенсон. Дмитрий Хамицевич обходит было Харальда Симона, но Харальд Симон остается лидером. Вновь атакует Дмитрий Хамицевич и выходит вперед. Рискует Дмитрий Хамицевич по более разбитому льду. Проходит он второй поворот и выходит в лидеры заезда. Вот Харальд Симон сейчас идет вторым. На третьей строчке держится Игорь Кононов. И Стефан Свенсон замыкает заезд. Встречаем финиш. Завершающий поворот. Прямая. И победа Дмитрия Хамицевича. Он заработал 3 очка. Харальд Симон был вторым, 2 очка. Игорь Кононов третий на финише, 1 очко. И Стефан Свенсон четвертым финиширует. В этом заезде очков не зарабатывает. Победитель заезда Дмитрий Хамицевич на ваших экранах. Итак, смотрим результаты 19-го заезда и сколько очков набрали гонщики. Дмитрий Хамицевич набирает 13 очков, Харальд Симон 8, Игорь Кононов также 8 и Стефан Свенсон 8. Итак, у нас завершающий 20-й заезд. По первой дорожке в красном нашлемнике будет стартовать Ян Латовский, Чешская Республика. Вторая дорожка – синий нашлемник Франц Торн, Австрия. Третья дорожка – белый нашлемник Стефан Плечахер, Германия. И вместо Владимира Чеблакова будет стартовать второй запасной Денис Слепухин, кандидат мастера спорта, Казахстан. Стартовый номер 18. Вот он сейчас на ваших экранах. Ян Колотовский занимает свои стартовые позиции гонщики. На ваших экранах состав заезда. Итак, посмотрим, каков накал страстей будет в этом заезде. Все внимание на старт и поехали. Франц Торн выходит вперед. Ян Колотовский, Стефан Плечахер. Ян Колотовский бросается в погоню за лидером.
скорости, конечно, не такие большие. В 19-м заезде Дмитрий Хамицевич показал 70,9 секунды. Посмотрим, какое время покажет победитель 20-го заезда. Но в связи с тем, что лед уже здорово разбит, конечно, время, естественно, будет намного выше, нежели чем в предыдущих заездах. Франсуан продолжает лидировать. Уверенно едет к победе. На солидное расстояние оторвался от соперников. Завершающий круг дистанции. Ян Платовский уверенно идет вторым. Третьим Стефан Плечахер. И замыкает заезд Денис Липухин. Встречаем финиш. Итак, уважаемые любители мотогонок на льду. Уверенную победу в заезде одержал Франсон, Австрия. Вторым финишировал Ян Платовский, Чешская Республика. И третьим Стефан Плечахер, Германия. К сожалению, Денис Липухин не смог заработать в этом заезде ни одного очка. И также у него ни одного очка в общем зачете. Таким образом, 15 очков у нас набрал Данил Иванов. 14 очков у Дмитрия Колтакова. 13 очков у Дмитрия Хамицевича. И 11 набирает Франсон. Вот показывают нам сейчас результаты завершающего заезда. Ян Клатовский 7 очков, Стефан Плечахер 3 очка и Денис Липухин 0. Итак, дорогие друзья, вновь нам показывают лучшие мгновения, мгновение заездов, вот эта борьба, накал страстей на треке. Еще раз мы можем увидеть, как тяжело справляться спортсменам по такому разбитому льду со своими мотоциклами. Давайте еще раз насладимся этим великолепным зрелищем. Итак, друзья, на ваших экранах таблица. Сколько же очков набрали гонщики? Данил Иванов лидирует у нас 15 очков, Дмитрий Колтаков 14, Дмитрий Хамицевич 13, Франсуан 11, Виталий Хамицевич 10, Игорь Кононов, Стефан Свенсон, Харальд Симон, Гюнтер Бауэр по 8 очков. Антонин Клатовский, Ян Клатовский по 7, Пер Андерс Линдстром 4, Ханс Вебер, Стефан Плечахер по 3, Владимир Чеблаков 1 очко и Павел Некрасов, Денис Липухин 0. А сейчас церемония награждения второго дня, поскольку состояние льда было уже очень-очень критическим. Главный судья соревнований принял решение не проводить полуфиналы и финал.
Таким образом, судейская коллегия подвела итоги после 20 заездов, и награждение будет производиться именно по результатам 20 заездов. Таким образом, во втором дне соревнований у нас побеждает Данил Иванов, набравший 15 очков. Вторым был Дмитрий Колтаков, у него 14. И третье место занял Дмитрий Хамицевич, 13 очков. Вот так выглядит тройка лидеров. Ну, а для зрителей, которые были на трибунах стадиона «Медео», организаторы преподнесли сюрприз за их терпеливость, за то, что они так хорошо болели. По входным билетам вот Дмитрий Махеня на ваших экранах. Это вице-президент Автомотофедерации Республики Казахстан, который решал буквально все вопросы, которые возникали во время проведения соревнований, за что ему отдельное спасибо, так же, как и спасибо президенту Автомотофедерации Республики Казахстан Марату Абыкаеву. Кстати, друзья, Марат Абыкаев он был участником ралли-рейда «Париж-Дакар» в 2007-2008 годах. Берут интервью сейчас у победителя и призеров. И сама церемония награждения непосредственно сейчас будет на ваших экранах. Приглашается на пьедестал почета победитель второго дня и призеры. Закончили соревнования. Сейчас церемония награждения. На третье пьедестал почета. На третью ступень пьедестала почета приглашается бронзовый призер Дмитрий Хамицевич, Россия. Награждение призывает. Ну что, друзья, во второй день соревнований награждение тоже проходило очень оригинально. Награждение вот за третье место награждает Дмитрия Хамицевича. Награждение производил Николай Николаевич Сысоев из города Кокшетау. Это участник соревнований по спидвею в 90-х годах, кандидат в мастера спорта по мотоспорту. В настоящее время он принимает участие в работе судейских бригад в соревнованиях по автоспорту. На вторую ступень пьедестала почета поднимается Дмитрий Колтаков. Сегодня он немного ему не хватило для того, чтобы выиграть у Данила Иванова. Но второе место — это тоже почетно. Итак, Дмитрий Колтаков, Уфа, Центр технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова. Награждение производит Борис Аркадьевич Лебедев, Алматы. Это один из старейших спортсменов Казахстана. Он, у него стаж именно в мотоспорте более 40 лет. Это в чемпионате Республики Казахстан. Он до сих пор участвует по мотокроссу. Также участник соревнований по спидвею в 70-х и 80-х годах. Мастер спорта Советского Союза по мотоспорту. Красивые очень призы. Кубки были подготовлены организаторами. Но, несмотря на погодные условия, все-таки очень-очень старались организаторы, чтобы второй день также прошел, несмотря на то, что не было полуфиналов и финала. Очень интересный и скажем так, по накалу страстей очень сильный был этот второй день. И вот сейчас награждение победителя. Данил Иванов, первое место, награждает его один из главных спонсоров. Это генеральный директор автодрома «Сокол» Дастан Алиджанович Ибрагимов.
Ну, должен сказать, дорогие друзья, что автодром «Сокол» претендует на проведение одного из этапов «Формулы-1». Они подали заявку. На ваших экранах сейчас победители, призеры. Посмотрим, сможет ли удовлетворить трасса «Сокол» всем международным требованиям. И возможно, что там будет проходить один из этапов «Формулы-1». Ну а теперь, по традиции, в честь победителя звучит гимн России. Итак, от всей души еще раз поздравляем Данила Иванова, Дмитрия Колтакова и Дмитрия Комицевича. Традиционные залпы шампанского сейчас будет происходить на пьедестале. Красивое зрелище, когда спортсмены поливают друг друга вот этим пенным напитком. Итак, друзья, смотрим на этот пенный залп. Интересная была гонка, интересные соревнования. Я думаю, что традиционными станут соревнования по мотогонкам на льду, которые будут проходить здесь, на Медео. Очень на этом надеемся, потому что, ну, очень красиво вокруг здесь, на Медео, очень красивый стадион. Посмотрите еще раз, какой прекрасный вид. Ну что ж, на этом мы заканчиваем нашу трансляцию. Комментировал соревнования Алексей Решетников. До новых встреч, друзья!